Отказавшись от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускается. Я туда не иду. Я не иду в зону транспортной. Отказываешься от досмотра? Да, отказывается. Надо тебя снимать. Рукой не трогай камеру, Рукой не трогай камеру, Руку убрала. Рукой не трогай. Руки убери от меня. А вы на что ссылаетесь? Закон. Какой закон? 29-я Конституция Российской Федерации. Где ваша Конституция с печатью есть она у вас? Конституция есть у меня. Предъявите мне с печатью. Путин ее заверил. Ну так вот, вы не путаете молодой человек улицу и организацию. Петербургский метрополитен, да. А кто такой Владимир Владимирович Путин? Телефон мне не трогай. Я не трогаю. То телефон мне не трогай своими копытами, понятно? Министерством транспортной безопасности. Что-то не слышал такого органа. Министерство транспортной безопасности. И они запрещают снимать метро. А вы на что ссылаетесь? Закон. Какой закон? 29-я Конституция Российской Федерации. Где ваша Конституция с печатью есть она у вас? Конституция есть у меня. Предъявите мне с печатью. Путин ее заверил. Ну так вот, Путин заверил, это комитет по транспорту заверил. А кто у нас такой комитет по транспорту? Он мне кто? Вы не путаете молодой человек улицу и организацию. Петербургский метрополитен, да. А кто такой Владимир Владимирович Путин? Телефон мне не трогай. Я не трогаю. Телефон мне не трогай своими копытами, понятно? Отказавшись от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускается. Я туда не иду. Я не иду в зону транспортной. Отказываешься от досмотра? Да, отказывается. Значит, на улицу выходим? Нет, я в зону не иду транспортной. В зону на улицу выходим, пожалуйста. Нет. На улицу. Сейчас отсниму репортаж, что иду. Потому что ты мне не даешь. Мне надо вот отснять. Все, уйди от меня. Я 2 минуты. Сейчас я 2 минуты отсниму и уйду. Выходи на улицу. Рукой не трогай камеру, Рукой не трогай камеру, Выходим отсюда, Руку убрал. Видеокамеру не снимай. Рукой не трогай. Здесь камера вообще-то тебя фиксирует. Гражданин. У меня тоже все фиксирует, да? Молодой человек, да. Ветки не тяни свои. Не ветки, а оборудование. На улицу выйди туда отсюда. А что еще сделать? На колени тебе тут не встать? Что провоцируете? Что пытаетесь? А ты провоцируешь? Зачем вы закон нарушаете? Ты должен быть стрессоустойчивым, во-первых. Я стрессоустойчив, в отличие от вас, да. В отличие от тебя, я вижу, что ты не стрессоустойчивый. Я в отличие от вас. А что мне запрещать себе тыкать вообще? Да ведь некультурно. Как минимум, да. Да? А я тебя не уважаю. Что? А я вам не платил. Я к вам не тяну. Нет. Ветки у вас, молодой человек, у вас это ветки, да. У тебя ветки. А у меня, а у вас? А сколько ты их тянешь, как бы? У тебя нету ее стрессоустойчивой, нулевая. Вот, пожалуйста. Что? Че хамишь? Хамил? Пиши заявление. Че хамишь, что люди? Че ты чокаешь? А ты че чокаешь? Зачем хамишь? Ну хамил, пиши заявление. Че бледный ты? Заявление пиши. Пишу, не переживай. Пиши заявление, не будь терпилой. Терпила ты же что-то. Да? Это ты терпила. Ты терпила. Ты терпила. Стоишь, трясешь. А я нет. Есть нахер отсюда. Всякие рожи всякие наглые на Ютуб засветить, чтобы узнавали. Не пробовал управление это сходить, метрополитен, спустись. В прямом смысле. Что у тебя за фантазии? Тут лапы и 100 про очко у тебя. Что за фантазии? Это у мальчиков, наверное, первый раз увидел. Он, наверное, мальчиков любит. Понравилось? Лапы. Оп, оп. Что такое? Что так уборзый, а? Что так уборзый, да? Сейчас похамишь. Что так уборзый? Не надо мне кричать. Может, ты мальчиков любишь, а? Может, ты мальчиков любишь? Что такое кричишься? Как меня обзываете, ты молодой человек? Обзывай, пиши заявление. Обозвали. Я сначала на улицу нас выведу. Ну что ты говоришь-то? Выведешь, сам выведешь себя. Понятно? Непонятно. Маску наденьте на меня. Вы у меня дышите? Да, что? Руки убери от меня. Не знал. Оставьте протокол. На что нарушаешь? По очереди скажу. Протокол составляйте. Кирилл Бак, составьте протокол.
Вы пойдете по 286. Я вам доставлю. Пойдемте, пройдем с собой. На месте. Человека не трогай рукой. Зачем вы со мной пройдемте? Давай, протокол. Если он вправе трогать рукой, можно я его тоже сейчас трону? Троньте, что вы. Тронуть? Да. И сразу пойду по статье какой-нибудь. Конечно. А как ты хотел? А почему пробуйте он тронуть? Почему он имеет как право трогать хотел человека? Пробуйте тронуть меня. А ты почему трогаешь человека, а? Имею полное право. Да? С какого-то перепугу. Ну-ка статью мне скажи. Статью скажи, по какой-то статье имеешь право трогать человека. Не отвлекайте народ от досмотра. Да? Проводить. Да. Так а в что ты отвлекся-то? Мы тебя не отвлекали. Мы тебя не отвлекали. Вы это отвлекаете, да. Мы? Ты сам подошел к нам. Ты сам подошел к нам, а не мы к тебе подошли. Лично вас, за то, что вы превышаете свои полномочия. 286. Можете посчитать. Не имею фамилию, имя, отчество. Я не имею права. Вот и помните, только что можете почитать. Дайте почитаю. Убери. Читайте, читайте. Давайте, читайте. Трифон. Снимать не надо. Рукой не трогай. Снимать не надо. Дайте прочитать. Не трогай, он дорогостоящий. Да что вы говорите? Да что ты? И все равно, сколько стоит у вас телефон. Все равно? Да терпила потому что. Что? Покидаем территорию метрополитена. Зачем? Стойку попроще сделайте. Да, я тоже так. Как шериф, знаешь, вот чушь. Пистолет. Я тоже так могу. Музыка есть у кого-то? Это ковбойская. Давайте, мужчины. Давайте без давайте. Давайте. Давайте мы сами разберемся. Мы граждане. Не хочу. Ну вот и все, у нас равные. Я нахожусь в холле. Я нахожусь в холле. Не спустился еще в метрополитен. Вестибюль станции и является территорией метрополитена. Я зашел туда. Вот как только пересеку вон то место. Вестибюль станции является территорией метрополитена. И что дальше? Общественное место? Любое место общественное. Все. Только метрополитен является режимным объектом. Да. Перечень режимных объектов определен. Номер, номер, законом. Не номер перечень режимного объекта. Федеральное государство. Номер вот перечень режимного объекта. Обычная контора, которая зарабатывает бабло. О, спасибо, разрешил. Сначала нам президент разрешил, а теперь какой-то, я не знаю, кто это. А теперь какой-то чувак разрешает. Ефрейтор, старший лейтенант. Чувака выйти на улицу. Да, чувак, да, не хочу. Тыкался твой нос, знаешь куда? Надо еще досмотр, я вас послал досмотр 10 минут назад. А я тебя в другое место послал. А он еще никуда не проходит. По жизни, понял? Если вы отказываетесь, пройдите, пожалуйста, на улицу. Сейчас 2 минуты отсниму, я в зону транспортной безопасности. Нет, ты мне не даешь. Ничего не понятно. Почему нашли 2 минуты? Любительскую съемку, а за суспети выйти. Так ты мне просто мешаешь. Проходите в пундосмотр, то что вы не пойдете. Нет, не пойду. Он еще в метрополитен не захотел спускать. Я не собираюсь ехать. Кто еще? Сразу видно, полиции служил, но не выслужился там. Не прошел, это наверное. Несколько блогеров. Это взрослый. Вы даже в первую сотню не будете. Да? А ты вошел туда, да? А кто? Кольку? Кого а ты какой смотришь? Канал Кольку у тебя? Соболева. Какой у тебя канал? Кто для тебя идеал? Колька Соболев, который говорит, Москва при Собянине похорошела и 1 200 000 за это берет. Таких смотришь, да? Я не смотрю. А что, откуда знаешь, когда входим мы в сотню? Я вас вижу, видел. А, насквозь. Видел. Здесь. Ну. Да? Ну еще до сих пор не поняли. Ну тот, с кем мы были, он входит. И не только в сотню. Ну понятно, всех. Ясно. Так, ну чё, ладно, тут всё сняли. Очередной пойдёмте видеоролик выйдет. Пойдёмте, да-да-да. Переобучим. Вы себя тоже не забыли бы снять. Да, молодой он, человек. Он там отлично. Молодой человек. Себя вы что-то не слышите. Александрович. А, в прошлый раз он был. Не да. Когда в прошлый раз? Его не было в прошлый раз. Был вон тот вот, полицейский. Который... который хотел кого-то там вызвать, но так и не вызвал. Борется за свои права. А что это? Противозаконно бороться за свои права? Но если ты терпила, то терпи к себе такое отношение. Ну да, да. Первый канал не смотрим. За Путина не голосуем, не терпильствуем. Ужасный, да. Преступник. Смотришь, да? Как часто смотришь? Ну, как часто? Часто? Каждый день смотришь? Да. Понятно. Ну, зомбоящик поэтому и зомбируется от зомбоящика. Да нет, зомбоящик не зомбирует. Просто не надо ссориться в мире.
Ну да, да. Ну если любить твои права друг нарушают, что ты будешь делать? Затерпелишься. Твои права. Затерпелишься, уйдешь, да? Затерпелишься, уйдешь, а да? Кто? А, нет, подожди, а кто мои права нарушает? Ну мало вот, кто. Мои, как гражданина, сейчас вот эти вот телоиды здесь нарушают права. Мужчина, запрещают фото-видеосъемку. Нет, вы просто... По Конституции, которая разрешена, 29-й статьей, пунктом 4. Могу даже им дать почитать, да, конечно, даже читать не хочу. Они ее запрещают. Мои конституционные права. Старая? Новая. Которую утвердил Владимир Владимирович Путин. Хорошо. Я нахожусь при исполнении. И что дальше? Вы при исполнении находитесь. И что дальше? Вы со мной разговариваете. Что да, дальше? Как? Ну, используя что, ну, сленг и все, оскорбление. Какой сленг? Оскорбление пытаюсь, ветки? Да, грязные да? ветки, да. Любой гражданин имеет право собирать и распространять любую информацию это любым доступным уже. Ему я способом. Это уже так все. Снялись в материал. Все, до свидания. Все. Читайте Конституцию. Вот и читай ее. Изучи ее. 55-го прочитайте. 29-е прочитайте. Я прочитал. Ну, да, до свидания. Только первое слово вычитал, запрещено. Все.